Только самые быстрые и самые крутые ребята успеют поставить лайк за 3 секунды. И всем здорова, дорогие друзья, с вами по-прежнему Овер, мы продолжаем играть в игрушку под названием Fun with Ragdolls. Давненько мы, ребят, с вами не угорали над манекенами, давненько мы не прикалывались в этой увлекательной игрушке. Ну что ж, мы продолжаем смотреть на всевозможные прикольные, интересные карты. И первая карта под названием 20 казней. У нас тут, смотрите, находятся, получается, флажки с красными рэгдоллами, которые, ну, должны будут бежать за нами, и их в конце пути будут ждать всевозможные разные казни. Например, вот здесь ветряные штуки, дальше вот такие всякие крутящиеся палки, крутящиеся блендеры, черные дыры и так далее. Давайте с вами посмотрим на все эти казни. Итак, первые пацанята побежали. И просто до свидания, улетают, ребят. Это вот первая такая казнь. Вторая казнь у нас заключается в чем? А вот в этом самом они бегут, просто спотыкаются. Понятно. Дальше. Тут у нас блендер, мясорубочка. Там у нас, вон, ребят, черная дыра. Здесь у нас что? А, тут... Алло, в стену, пацаны, вы чё? Просто в стену падают. Так, тут у нас просто, наверное, стоят ребята. Это что, такая пытка? Нифига себе. Молотом, ребят, тут их убивают. Здесь лазером. Здесь там также они падают. Понятно, ребят. Вот это, кстати, чё они стоят? Эй, мужики, вы чё стоите? Ну, по идее, тоже, ребят, они должны падать, куда-то там лететь. Я слышу, тут тоже, ребят, улетают пацанята. Тут тоже такой же блендер, как и вот до этого был. Только, ребят, расположен по-другому. И пацаны в космос просто улетают, понимаете? Просто «До свидания!» Полетел он. «До свидания! До свидания!» Пацаны улетают в далекие края и жаркие страны. Тут у нас пушки с бомбами. Бам! Вот это, по-моему, ребят, самая мощная казнь, как мне кажется. Посмотрите. Бэус! 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 Тут у нас что? Тут жесткое падение. Понятно. Тут пацанчики у нас тоже в космос куда-то отправляются. Стоп! Я хочу это испытать на себе, ребят. Лол. Серьезно? Воу! Нифига, как высоко! Офигеть! Блин, ребятки, напишите в комментариях, какая из казней вам нравится больше всего. Ну как казни? Тут у нас манекены, ребят, это все прикольчики. Какой из прикольчиков вам нравится вот больше всего на этой карте? Мы, конечно, еще не все посмотрели, но уже большую половину так точно. Здесь у нас тоже, ребят, два вот таких молота, но вот так вот синхронно, да, они... Тро! Тро! Никто не выживет, ребят, против этих молоточков. Тут у нас тоже вот крутящиеся штуки. Здесь у нас, ребят... Вау. Тоже какая-то схема, состоящая из вот таких вот пропеллеров. Ну, в принципе, выглядит прикольно, ребят. О, это четко падающие камни с высоты. Пацаны просто в шоке такие, что происходит? Почему мы умираем? Я добежал. О, кстати, добежали. Лол. И упали даже. Ах, с одной стороны, что-то не падают камни. Такс. Здесь у нас что, ребят? Тут у нас тоже падение, и вот последняя у нас штукенция. Так, давайте взлетим. Что это за последняя у нас тут штука такая, ребятки? Давайте посмотрим. А, тут у нас просто тоже, короче, я все понял, ребят. Тут у нас поднимаются они вверх и просто, короче, потом вот так... И падают вниз. Ну что ж, ребятки, вот такая вот первая карта. Чисто обзорчик на 20. Я не знаю, тут их было 20, я сбился, уже не считал. Приколов 20, типа казней таких. Напишите в комментах, опять же, какая вам нравится больше. Ну и погнали, ребят, посмотрим на следующую карту. Ну что ж, мы посмотрели вместе с вами, как страдают манекены посторонние, да, как над ними издеваются, и настало время испытать всю боль, страдания и угар на себе. Вы только взгляните, ребят, что у нас здесь вообще такое. У нас тут огромный ящик, я не знаю, огромная просто пещера, пространство с вот такими жесткими веерами, пропеллерами. Я не знаю, ребят, что будет, если мы туда упадем, вот в эту яму. Вот в это безумие. Но безумно хочется также посмотреть, что же будет. Лаги невероятные. Ну что ж, ладно, 3, 2, 1, ребята, полетели. Так, я принял форму рэгдола, я уже сдох. Нифига шатает. Нифига себе.
Боже, сколько времени потребовалось автору на создание вот таких вот безумных масштабов вот такой вот штукенции, да? Но зато как эпично, ребят, это выглядит, согласитесь. Но как же красиво это выглядит. Но я думал, что будет как-то покруче, на самом деле. Я думал, нас тут будет вообще кидать из стороны в сторону, вверх, вниз и так далее. А мы просто, ребят, летаем и все. Даже не очень быстро, даже не очень-то и эпично. Выглядит гораздо эпичнее, чем это есть на самом деле. Но мы с вами тестируем сегодня карты. Мы как бы просто вот смотрим и наслаждаемся. Но у нас тут есть вон такая вышка еще, погодите. А-а-а, вот тут еще не все, ребят. Может, я и неправильно сделал, может, нам изначально сюда надо было. О, полетели, полетели. Вот тут еще пропеллеры, там черная дыра. Так, интересно, долетим мы до нее? Но по идее, должны. Сейчас нас, короче, вот так жестко расшатает, раскачает. Блин, вот это угарчик. Пишите, ребят, что мне еще позаписывать в этой игрушке, либо предлагайте новые игры, чтоб я все, ребятки, прошел, посмотрел, поугарал вместе с вами. И, ну, до черной дыры долетим, ребят. Почти, почти, вот сейчас и долетим. Смотрите. Опа! Все, мы в черной дыре. Нет? Да. Вот так вот, ребят. И колбасит меня. Ну, ладно. Вот такая вот, ребят, тоже одна из прикольных карт. Это, конечно, забавно. Ну, и это еще не все. Нас ждет карта под названием 4 падения. И, как я понял, у нас вот 4 дырки, ребят. Все они разные, да. Все они интересные и прекрасные. Ну, и давайте начнем с первой дырки. Сейчас будем куда-то падать, ребят. Куда? Сейчас узнаем. Ух, полетели как. Ух, полетели как, ребят. Неплохо-то, а. Ой, ой. Ой, нифига себе, интересно, длинная вообще эта штукенция или нет? Но пока что летим очень, ребят, жестко. Нифига скорость! Пишите в комментах, сколько у нас скорость, ребят. 100 км в час или сколько? Боже, где финиш? Да, 2000 лет спустя. Овер еще летит, овер еще не прилетел никуда. Офигеть вообще! Ё-моё! Вот, ребят, представляете, как хорошо есть игры, да? А то пришлось бы тестировать это все в реальности. Я бы взял, спрыгнул в такую штуку, и интересно, долго я бы пролетел вообще? Ну, в плане живой. Мне кажется, нет. Боже, сколько? Сколько тут лететь? Да, предлагаю, ребят, вот сейчас на одной дырочке испытать глубину и длину, а все остальные не до конца лететь, потому что, ну, нового ничего не происходит, но летим мы безумно долго. Серьезно, она прям до самого... А походу мы, ребят, летим с самого конца карты, да, по высоте, в самый низ. А это, чтобы вы понимали, даже без препятствий у таких лететь безумно долго. И сколько нужно вообще времени, чтобы это построить. Офигеть. И обратно. И обратно. Ладно, ребят, хорошо. Это была первая наша яма. Давайте посмотрим вторую. Ну, как я уже сказал, лететь до конца. Мы с вами... Все заглючило, ребят. Короче, ребят, не выдержал мой компудахтер и просто вылетела игра. Вторая дырочка, поехали. О, ничего себе! Вот это да, вот это интереснее, ребят. Вот это я понимаю. Вот это тут нас шатает, вот этот нас тут ломает. Еще удивительно, почему мы до сих пор летим целые, а там рука никак не оторвалась, потому что в этой игре при взрывах, ребят, да, руки-ноги отрываются, насколько я помню. Может быть, это такой глич, типа, но сам факт. В общем, вот так вот мы летим через палочки и трубочки. Ну, ладно, ребят, хочется посмотреть на еще одну. Ага, понятно. Я все понял, ребят. У меня еще два раза должна вылететь игра, потому что после каждого моего спавна у меня глючит игра. И просто вылетает. Ладно, третья наша дыра. Вау, а тут типа комбо. Тут комбо. Первое, второе и компот. Все понятненько, ребят. Тут мы комбинируем. Ладно, не вылечу. Не вылетел. Хорошо, давайте последнее, ребят, протестируем. Да. Все понятно, ребят. Короче, не вывозит компьютер, надо покупать новый. Но удивительно, что тут такого-то сложного в этой карте. Хотя, наверное, да, она просто слишком длинная и... И давайте, ребят, уже быстрее, короче, испытаем четвертую трубу, пойдем на следующую карту, потому что я устал вылетать. Это настоящее безумие, тут у нас стекла. Ну, в принципе, ребят, да, лететь так до конца, до земли, это, конечно, забавно. А, у нас тут, во, подождите-ка, ребят, тут пол ломается. О май, может, дальше еще что будет, наконец-то я сдох. Так,
Но, походу, да, и пол, и стекло будут сочетаться с друг другом. Вот тут еще по-другому, боже. Оу, а все, вот мы и прилетели, ребят. Все, здравствуйте, добрый вечер, я диспетчер. Вам не нужен ужин. Все, ребят, короче, тут застреваем просто, да, эпично и безумно. Ну, давайте, раз, два, три, я вылетел и погнали к следующей. Я не вылетел впервые! Серьезно, только когда завершили обзор мы этой карты, я не вылетел. Ладно, ребят, погнали посмотрим на последнюю карту. Тут у нас, ребят, сэндбокс, а это означает, что много всяких разных приколов на одной карте. Погодите, что, они все за мной бегут? Ага, это фолловеры. Здравствуйте, господа! Я сегодня собрал вас здесь для того, чтобы вы все вместе поставили мне лайк под видео. Это, ребят, подписчики. Овер, распишись на стенке, овер, добавь друзья, овер, напиши комментарий, овер, когда новое видео, овер, ответь, ПЖ. Вот они, ребят, побежали. Люблю вас, пацаны. Давайте обнимемся все вместе, обнимемся, ребятки, давайте, давайте, всех, всех, всех обниму, всех, 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 всех обниму, идите обнимемся, ребята. В общем, вот такие вот, ребята, у нас тут подписчики в игрушке под названием FunWiz Ragdolls. Но давайте посмотрим... И тебя, муа, чмокну. Давайте посмотрим, чё... Чё? Что? Лол, серьёзно? Чего? Я вот такое не видел, ребята. Это что, игрушка обновилась? Либо я пропустил это как-то изначально? Серьезно, тут вот такие палки, а ну-ка... Вау! Нифига ж себе! Вот это угарчик! Боже! Офигеть! Куда я полетел? Еще и... Что? В черную дыру, ребят, меня еще куда-то засосало. Чего вообще происходит здесь? Вот это безумная бешеная карта. И все рэгдоллы, смотрите, они же за мной бегут. Вау, братаны, вот сейчас мы точно все пообнимаемся. Ладненько, ребятки, хорошо. Я понял, эта карта полна сюрпризов. Давайте вот сюда забежим, что тут у нас? Чё тут такое? Блин, лаги, ребята, это из-за рэгдоллов. А тут еще больше их. Я просто... Чего? Тут просто сборище, ребят. А! А! Давайте. Просто типа сверху они падают, ребят, понятно, придавливают. Так, я все понял, хорошо. Вот это что за башня такая? Давайте залетим, посмотрим, ребят. Там вон рэгдоллы сверху, я вижу. А, походу они падают на эту башню, она как-то ломается, рушится. Ну, давайте, сверху видно лучше, как мне кажется. Да, там вон флажочки. Так. Ну, давайте, ребят, тоже вот вверху флажочка. Вот так вот, оп, полетели. Да, тут у нас просто... Ой-ой-ой-ой-ой, мы на башне-то или где? По-моему, мы вниз жестко падаем, причем капец. Что происходит? Ответьте на вопрос. Башня просто сложилась, ребят. Продолжаем складываться. Продолжает башня складываться. Летим, летим, ниже, ниже. И мы еще живы, ребят. При всем при том, мы еще живы каким-то чудом вообще. Каким, я не знаю. Все. Пацаны продолжают падать уже просто, ребят, без башни. Пускай, ладно, складывается башня еще раз. И, в принципе, из таких вот масштабных, ребят, приколов-то и все. Больше ничего нет. Вот давайте сюда забежим. Хоп. Ну, что тут происходит? Так. Тут у нас взрывы. Просто, ребят, взрывы. Понятненько. Ну и, в принципе, ребят, все. Вот на такой забавной ноте мой ролик сегодняшний завершается. Я надеюсь, что такой видосик вам понравился. Ребятки, обязательно подписывайтесь на канал. Не забывайте про лайки, про колокольчики, про положительные комментарии. Пишите, повторюсь, свои идеи, что еще мне такого позаписывать. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. В описании ищите ссылочки на мои социальные сети, ВК, Инстаграм, все дела. С вами по-прежнему был Овер. Всем удачи и пока-пока!